Дочь Марии Порошиной продолжила актерскую династию. Мария Михайловна Порошина – одна из самых востребованных актрис в российском кинематографе на сегодняшний день. Она умудряется совмещать съемки в кино и семейные обязанности. Порошина – многодетная мать. У нее 4 дочки и 1 сыночек. В 1996 году Мария впервые стала мамой. Старшую дочь актриса назвала Полиной. Она носит фамилию своего отца – Куценко. Несмотря на то, что Куценко так и не женился на Порошиной, девочку он записал на свою фамилию. Через несколько месяцев после рождения Полины – рухнул их гражданский брак. Полина очень похожа на своего отца. Сейчас Полине 23 года, она выросла настоящей красавицей. Впервые Поля появилась на съемочной площадке в 11 лет. Через 3 года она снялась в кинокартине «Компенсация». Полина с детства обладала актерскими способностями. После окончания школы продолжила свое обучение в театральном институте имени Щукина. Сейчас в копилке молодой актрисы 12 работ. Полина Куценко не только снимается в кино, она также выступает на сцене театра вместе со своим отцом.